Знание военного устава и разбор автомата Калашникова. Кадеты и члены военно-патриотических корпусов республики собрались в кадетской школе-интернате на 6-м республиканском военно-патриотическом слете. Подробности у Розарии Борисовой. Внимание! Старт! Ограниченное время, несколько вакаций, проверка умений по всем пунктам. Сборные команды за 2 часа успели побывать в бункере, проверили знания военного устава и смогли потренироваться в меткости. Ну, сложнее всего была вторая рота, где мы надевали противогазы, и эстафета была. Трудно было, да. Дышать чуть-чуть так трудно, если плохо оденешь. Сложнее, я думаю. Разборка и сборка. Полная разборка и сборка автомата Калашникова. Приступите. Равных себе в скорости не нашел сегодня Егор Никитин. Кадет основательно подготовился к этапу по сборке разборки автомата Калашникова и установил рекорд 22 секунды. Сам понимал и убирал лишние движения. Правильные движения надо. Чем меньше неправильных движений, тем быстрее время будет. Слет проходит в 6-й раз. Ежегодно собирают представителей разных военно-патриотических клубов и кадетских корпусов республики. Среди участников есть не только молодые люди, но и девушки. Ни разу такого не было. И как бы это опыт жизни, то, что мы вот в кадетском корпусе. Еще хочу пойти на физрука. И вот мне это будет, как сказать, дополнительным бонусом, грубо говоря. Любовь к родине, патриотизм, чтобы в любой момент ты мог просто взять и защитить свою родину. Я, например, буду поступать в военное, и это очень хорошо как бы ознакомливать заранее, чтобы там не пришел то и не знаешь, что делать, как быть, а ты уже подготовлен ко всему. В рамках слета также прошла встреча с представителями службы спасения. Участникам показали новейшую технику и экипировку спасателей. Мы расскажем об оборудовании, в основном новом, которое мы используем, и покажем боевую машину, покажем, что в ней находится и на что она способна? Она вместе с нашими людьми. Участники смогли на себе примерить часть экипировки, оценить оборудование в деле. Во второй половине дня командам предстояло бороться за звание лучшего в тактической игре. Розалия Борисова, Василий Слепцов, НВК СХ, Якутск.